Доброе утро. Мы идем на работу. Оставляй ключи. Нас уже все заждались. Бедняжка. Физрук, идем. Извини, ну пожалуйста, я ждал физрука. Как ты это объяснишь? Ось все, сзади физрук, бачишь? Сейчас, значит, приезжаем к режиссеру, ты говоришь, режиссер. А что из-за меня, в смысле? Оно сзади человек иде. Я понял. До свидания. Дверь. Знаешь, на телевидении у кого камера? Собрались тут иуды. Фэшн... Фэшн вик. Доброе утро. Чуешь? Накидывал на меня камней. Хотя я ждал физрука. У тебя камера, это телек. Ты главный с камерой. На работу все бегом заходим, на стройку едем. Вы готовы до рабочих будней? Готовы, дети. Да, капитан. Это для кого место? Я не слышу, дети. Да, капитан. Это для кого место, Сэм? Не знаю. Что смысл, ты не знаешь? Для шаболдочки. Ай. С ветерком. Забираем малышек и едем гулять. Да уже прыгают маленькие шаболдочки. А что трое? Что за подстава? А где остальные мали? Скажи, мой 100 лет прошло, добрый день! Что там, что там? А где все остальные, мала? Здорово! Нас отсюда трое, если вы не умеете считать. Что там, шаболдочка, как дела? Бери, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Боже мой, дуже жарко, я уже раздеваться готова. Я вже теж двері розвиваюся. Давай, 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 давай. Короче, ну реально, дуже довго, там ще такі пробки. Фізрук, знаєш, що сказала Ліза, що ви будете в фіналі? Ліза сказала це? Да. Так, когда вона давала інтерв'ю, тільки що мені. Найлучше. Я сегодня очень добрая, очень вежливая. Но это не точно. О, наши звуковые операторы. Привет. Вы станете звездами скоро. Добрый день. Не видно. Боже, оделась, значит, на фэшн-показ. Ангелы Чарли. Я бежу. Я вперед. Ой, дивись, упражнение на пресса. Що ви ожидаєте від конкурсу? Я дуже хочу, щоб нас було зараз дефіле на вулиці. Щоб ми ходили голі, на нас всіх смотрели і розуміли, що це зірки на мого каналу. Ladies looking lovely in them tight jeans. Back on the block with them same things. Работаем на камеру, работаем, девочки, работаем. Давай, давай, иди уже. Я упаду сейчас. А где точка? Все, ось тут на солнышко. Да, развернулась. Настя что-то протупила и пошла. Настя, мать тебя друг, без рук. В смысле ручка, а? Понял. Опа! Бодрячком, бодрячком!
Вояж, вояж! Короче, все думают, что мы, наверное, какие-то блогеры, но нет. Це нові топ-модели в Україні. Все, до побачення, телебачення, закриваємося.